Всем привет-привет! Иду сейчас я в садик за Изабель. Хотела бы всех поздравить с наступающим Рождеством. Удачи, счастья, терпения и всего-всего-всего, что вы себе бы пожелали. Что вышло сейчас. Она сегодня у нас 1,5 часа в садике сама. Сейчас посмотрим, какая будет реакция у нее. Вышли из садика. Да, Изабель? Сказали, очень-очень-очень хорошо. Не плакала. Песенки пела. Пила водичку. Игралась. Так что завтра мы тоже опять на 1,5 часа пойдем. Да, Изабелька? А сейчас домой. Кушать и спать. Да, Изабель? Кушать будет Изабель сейчас и спать. Да, Изабель. Вышла сейчас в магазин, иду очень быстро. Надо купить муку. Не хватило мне муки. Вчера купила одну пачку, но не посмотрела, что муки совсем. Что муки нету совсем. Поэтому муки не хватило. Делаю сейчас дома ромовые бабы. Вот, да на вечер штрудели. Не знаю, может куплю бутылочку шампанского. Сегодня как-никак ночью Рождество. Вообще, по идее, вино. Но тут вино в основном все сухое. Если так бы разбираться, я в этом нифига не разбираюсь. Надо стоять читать. Потом подумают, какая-то пьянь стоит около прилавка со спиртным, перечитывает. Вот. Если когда жили в Казахстане, там уже знаешь, какое вино сладкое, какое полусладкое. Сухое вино я не пью, оно мне нравится. Вот. Поэтому куплю, наверное, шампанское уже. Знаешь, какое здесь вкусное? Ну и прибегу, подмешаю тесто. Ой, муку подмешаю. И буду выпекать свои ромовые бабы. Потом, может, покажу, что получилось. Прибежала я домой. Думаю, ладно, покажу вам, что купила. Закупилась я на 10 евро. Купила 2 муки. Одну муку я уже распаковала, так как ромовые бабы делаю. И, кстати, мука, я писала, что 32 цента стоит. Нет, почему-то она подорожала, сейчас 35 центов она стоит. Далее купила 2-литровую кока-колу. Она стоит 1 евро 11 центов. Далее взяла вот такое сладкое вино. Как-то, не знаю, быстро как-то оно обнаружилось. Я даже не стала читать. Быстро подошла. Там было написано сладкое. Вот. Думаю, ладно, взяла. Не брала я шампанское. Думаю, ладно. Взяла вот сладкое вино. Оно стоит 2 евро 99 центов. Далее купила 2 упаковочки хлеба. Каждая упаковка стоит 65 центов. Взяла деткам по киндеру. Тоже стоит по 65 центов. Это дам я им вечером, когда уже мы покушаем. И взяла я еще на кутю, блин, не, изюм. Вот, стоит он 75 центов. Потом за 75 центов также я купила шоколадку. Там внутри идут прям вот такие вот крупные орехи. И 2 шоколадки по 49 центов тоже взяла. Там уже орешки не целые, а уже такие, как молот. Ну, их там дофига, конечно. Сейчас я даже распакую, покажу вам. Вот, смотрите, разница вообще... Так, фокусируйся. Разница вообще небольшая. Эта шоколадка стоит 75 центов. Ну, смотрите, прям орех на орехе. Прям забито прям орехами. Здесь 100 грамм.
И вот это тоже 100 грамм. Она стоит 49 центов. Ну, тут тоже все забито орешками, но они уже, как видите, как битые. Вот так что. Вот такие вот покупочки на 10 евро сделала. Потом позже уже переключимся. Вот вытащила с духовочки вот такие вот. Я делала в маленьких формах, конечно, немножко они тут поднадорвались. Таких, как для кексов. Формочки. Они тепленькие. Сейчас чуть-чуть еще они подстынут. И можно будет их немножко пропитать. Сейчас делаю сиропчик. Потом опущу, пропитаю и сверху потом их намажу. Так, ну вот сейчас покажу. Вот такие вот ромовые бабы получились. Тут, конечно, как крема не хватило, но ничего, мы так их съедим. Саша едет сейчас в магазин. Купил Ирмочку вот такую вот шапочку. И мои перчатки. И перчатки такие же. Шапка отсвечивает. И вот такие вот штаны взял ему, как вот мы Изабель брали. Сейчас, потому что выпал снег, надо теплые, чтобы штанишки были. Завтра Ермачок вот такой вот пойдет нарядный. Да, Ермачок? Да. Ну, это штаны эти будем оставлять там, в садике. Они там их одевают, когда они выходят на улицу. Вот. Что вот с такими покупочками. Сейчас будем кушать штрудли. Так, это вверх. Вот такой вот низ. Мясо с картошечкой. Здесь штрудли. Ну все, будем садиться мы кушать. Салаты не готовила, потому что после Нового года и Рождества немецкого все уже наелись этих салатов. Так что сделала я штрудели. Сейчас будут детки кушать. Так что еще раз всех с Рождеством. Всем тоже приятного аппетита, если кто-то кушает. Все, до встречи.